Всем привет! Перед вами цепная пила Greenworks GD40CS40. Она подойдет, чтобы спилить небольшое дерево, заготовить дрова или подготовить стройматериалы. Пила работает от аккумулятора на 40 вольт. От 2-амперного аккумулятора спилит до 70 срезов диаметром 10 на 10 сантиметров. От 4-амперного аккумулятора до 133 срезов. Обратите внимание, аккумулятор и зарядное устройство продаются отдельно. Ну а вы можете использовать батарею от другого 40-вольтового инструмента Greenworks. Пила оборудована фирменным бесщеточным мотором DG Pro. В нем меньше изнашивающихся или ломающихся деталей, чем в двигателе с щетками. Поэтому он надежнее, дешевле в обслуживании и требует меньше или вовсе не требует техобслуживания. Длина шины 40 см – это оптимальное значение для садовой пилы. Ей удобно валить небольшие деревья и распиливать длинные стволы. Чтобы заменить шину или подтянуть цепь, не нужны инструменты. Во время работы цепь смазывается автоматически. Следите за уровнем масла через прозрачное окошко. Если пилу отбросит назад, сработает электронный тормоз, и цепь мгновенно остановится. Это защитит вас от травм.